Всем привет! Отвечая на вопрос одного из моих зрителей о возможности переключения контента, транслируемого со смартфона, а затем переключиться на контент, который транслируется с ноутбука или персонального компьютера через Anycast, который подключен вот к проектору. Итак, подключаю Anycast в режиме DLNA. И способ подключения Anycast подключен к маршрутизатору, то есть включен в домашнюю сеть. На ноутбуке запускаю приложение для работы в домашней сети. Вот у нас определяется, в сети находится Anycast. Ну и кроме того, еще телевизор у меня есть, Wi-Fi. Вот, запускаю какой-нибудь видеоролик с ноутбука. Так, воспроизведена. Здесь выбираем проектор наш, ну, через Anycast. Anycast. Итак, пошла трансляция на проектор. Прошу прощения за качество. Сейчас еще день, плохо видно. Так, после этого мы запустим какой-нибудь ролик со смартфона, который также у нас подключен. Да, в домашнюю сеть. То есть прямого подключения к Anycast нет. Вот запускаем ролик через Anycast. Как видим, трансляция с ноутбука прервалась и началась трансляция на проектор уже со смартфона. В режиме DLNA Anycast подключен у нас. Все происходит через маршрутизатор. Всем привет! Сегодня познакомлю вас с IP-камерой. Ну вот началось воспроизведение. Правда, скорость тут обмена данными слабоватая. Маршрутизатор несколько удаленный, тут находится в другой комнате за бетонными стенами. Так, сейчас запустим ролик с ноутбука. Они под видео, там ознакомитесь с ценой. Честно сказать, уже не помню. Как мы видим. Так, переключаем. Так, пошла трансляция с ноутбука. Здесь мы запустили iMediaShare, выбираем любой ролик и через iMediaShare транслируем на проектор. Пожалуйста, прерывается трансляция с ноутбука и пошла трансляция уже со смартфона. Еще